Друзья, всех приветствую на своем канале. Сейчас я нахожусь на берегу Амура в китайском городе Хэйхэ. Сейчас мы едем к автомобильному мосту, который соединяет Благовещенск и Хэйхэ. Это первый и единственный мост, соединяющий Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. Общая протяженность моста 1080 метров. Его строительство было начато одновременно на двух берегах Амура в 2016 году, когда каждая сторона, Россия и Китай, построили по 540 метров, произведя стыковку обеих частей в мае 2019 года. А 10 июня 2022 года было открыто грузовое движение по мосту. В этот день 8 грузовиков из России и 8 грузовиков из Китая с товарами на экспорт впервые проехали по мосту. Для китайцев цифра 8 имеет особое значение, ведь для них это символ богатства и процветания. Со стороны Благовещенска лучше всего любоваться архитектурой переправы с теплохода, следующего по Амуру. Построенный автомобильный мост, символ дружбы России и Китая, выполнен в красном и белом цветах. Этот мост автомобильный, просто так по нему не погуляешь. Но в будущем, может быть, он будет доступен и для туристов. Широкая двухполосная ровная дорога дает возможность полюбоваться на восхитительную панораму Амура, которая открывается из окон авто. Рядом с мостом построили панорамную башню. Со смотровой площадки хорошо виден автомобильный мост, река Амур, предмостовая зона, а также российский берег. Рядом с башней разбит красивый парк, который тоже хорошо просматривается со смотровой башни.